Всем привет! Вы на канале Сойка. Сегодня у нас новый рецепт. Запеченное филе мраморного сама с овощным маринадом и обжаренным картофелем на сливочном масле с зеленой фасолью и ароматной зеленью. Все граммовки будут, как всегда, в описании под видео. Давайте начнем готовить. Для рецепта нам понадобится картофель. Я уже мелко его нарезала. Лучок кубиком нарезала. Натерла немножко моркови, стручковая фасоль, классический томатный соус, зубчик чеснока, сливочное масло, зелень, розмарин, тимьян и петрушку с укропом. И филе рыбы. У меня мраморный сом, но вы можете взять любую, которая вам нравится. А также у меня две порционные формочки для запекания. Давайте начнем готовить. Разогреваем духовку до 180 градусов. Картофель очищаем, нарезаем, заливаем кипятком, подсаливаем по вкусу и варим в течение 10 минут. Филе разрезаем на две части, удаляем косточки, если нужно, подсаливаем с двух сторон. Разогреваем в сковороде 1 столовую ложку подсолнечного масла и обжариваем, помешивая лук и половину чеснока 1,5 минуты на сильном огне. Добавляем соломку моркови и жарим еще 2 минуты, периодически помешивая. Затем выливаем томатный соус, слегка подсаливаем, перемешиваем, доводим до кипения и тушим 1 минуту. Перекладываем наши овощи в форму для запекания. В моем случае в две формы. Сковороду вытираем салфеткой. В сковороде, в которой жарились овощи, разогреваем 1 столовую ложку подсолнечного масла, обжариваем рыбу с веточками тимьяна, половины веточек розмарина, 1,5 минуты на сильном огне. Далее переворачиваем и жарим еще 1,5 минуты с другой стороны. Укладываем красиво веточки сверху нашей рыбы. Рыбу перекладываем в форму для запекания на овощи и ставим все это вместе запекаться в разогретую духовку на 7 минут. Сковороду протираем салфеткой. В сковороде, где жарилась рыба, добавляем подсолнечного масла, столовую ложку, сливочное масло, растапливаем. Обжариваем наш отварной картофель в течение 3 минут. На этом этапе можно подсолить, если нужно. Добавляем оставшиеся веточки розмарина.
вторую половину чеснока и обжариваем 3 минуты на сильном огне. Добавляем стручковую фасоль и обжариваем еще 1,5 минуты. Зелень я нарезаю ножницами. Перемешиваем. И наше блюдо готово. Давайте сервировать тарелку. Выкладываем наш обжаренный ароматный картофель с чесночком, со стручковой фасолью, розмарином, зеленью. Сказка. Далее достаем нашу рыбу с овощами. Выкладываем рядышком. Посмотрите, какая она яркая, красивая. Добавляем наш маринад. Наше блюдо готово к подаче. Посмотрите, какое у нас потрясающее, красочное, вкусное, ароматное блюдо получилось. Вместо филе сама можно взять филе любой рыбы, которую вы любите. Желаю вам приятного аппетита, готовьте вместе со мной, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока!